В здоровом теле – здоровый дух. Это подтверждает спартакиада двух специализированных смен робототехник и «Начни IT». Главный судья соревнований произносит клятву честного судейства. Клянусь способствовать улучшению спортивных достижений. Клянусь себе соблюдать этику и мораль спортивных соревнований. Участники двух смен разделились на команды. Капитаны получили спортивные положения. Ежедневно будут проходить соревнования по разным видам спорта. По стритболу, мини-футболу, дартсу, волейболу и многим другим. Во-первых, это пропаганда. Во-вторых, это как бы небольшой срез их физической подготовки на данный момент, чтобы они знали, на что они способны именно сегодня, в том состоянии, в каком они приехали к нам сюда. Вот. Кроме того, это создание эмоционального настроя у них ежедневного. Стритбол – это всегда динамично и захватывающе. В соревновании участвуют 9 команд, по 3 человека в каждой. В стритболе, как в любом виде спорта, существуют свои правила. Игра идет на вылет. Любая ошибка может вывести соперника вперед. Поскольку самое главное – уметь проигрывать. Мы, конечно, достойно держались, сильный соперник, видимо, у них больше тренировок было. Ну, главное – участие. По итогам соревнований – третье место у сборной Владикавказа. В финале выясняли, кто сильнейший – команды из города Новороссийска и Республики Татарстан. Со счетом 6-0 выиграла сборная Татарстана. Баскетбол – такая игра, она как искусство. Надо играть командно, со всей командой вместе. Не должна быть единая игра. Вот эта единая игра нам и помогла выиграть. Команда-победитель спартакиады определится по итогам всех соревнований. Лучшие и сильнейшие получат грамоты и кубки.